Итак, ну что ж, всем привет, с вами снова Михаил, и мы начинаем новое прохождение игры, которая называется «Коллапс Ярость», дополнение к оригинальной игре «Коллапс». Вчера, в общем-то, я полностью записал прохождение «Коллапса» оригинального, вы уже, наверное, где-то серите, где-то, наверное, за 2 недели примерно, точнее, за неделю с чем-то, по 1 серии в день. И пока что решил записать, в общем-то, первую пробную серию этого прохождения нового. Дополнение, в общем-то, к коллапсу оригинальному, который называется «Коллапс Ярость». Посмотрим, что себя представляет это дополнение, которое я точно полностью не проходил. Я даже, в общем, чуть-чуть немножко поиграл, конечно же, опробовал, посмотрел, как, в общем, я на горит идет. Более-менее все настроил, конечно, как мог. Все настройки, в общем-то, мне как раз видны. Какие у меня стоят в плане графики. Просто настройки игры, звука, в общем-то. Все, например, поставил более-менее нормально, чтобы было нормально слышно. И самое главное, речи были слышны, диалоги, в общем-то, которые раскрывают сюжет этой игры. Ну и, в общем-то, во все остальное. Мои комментарии, конечно же. Особо, конечно, необычно, что можно играть в эту игру на геймпаде, оказывается. Все-таки игра эта выходила, по-моему, не ошибаюсь, только на ПК. На консоли она вообще не появлялась никогда. По-моему, даже дополнение этой ярости. Так, ну ладно, в общем, начинаем пока что проходить игру. Перед тем, когда мы сейчас создам себе новый профиль. Удалю старый, создам новый просто. Отлично. Отлично, так. При этом, в общем-то, это, наверное, сделали того, что, ну, просто у меня там в игре имеется, в общем-то, этой игре, точнее, в этом дополнении имеется внутриигровые достижения, вот они, красот. Что-то вроде такого же, в общем-то, было в игре Fear 2 Project Origin, там тоже были такие вот достижения внутриигровые, не связанные, никак не привязанные к стиму там, или к уплей тому же. Такой же, по-моему, был еще в Сталкере Зоо Припять, если не ошибаюсь, такие же, которые достижения. Внутриигровые. Может, как раз можно их получать будет. Ну, я просто для этого как раз сделал, чтобы немножко позаниматься этим. Немножко этим разобрать игру, прохождение, получением достижений таким образом. Ну что ж, начинаем пока что проходить эту игру. Нажимаем новую игру. Так, конвертирование обучения в игре. Это что-то вроде, не знаю, уровни сложности в этой игре. Так, максимально это, в общем, у нас просто очень написано, как раз несложные битвы и полное обучение боевой системе коллапса. Нормальный это, в общем-то, средний, максимально это легкий будет. Нормальный средний это, в общем, напряженные битвы и обучение сбалансированы для тех, кто часто играет в экшен игры. И минимальный это, в общем-то, сам максимум. Что вроде тяжелого на в оригинальном коллапсе. Для тех, кто уже играл в коллапс. В общем, я как раз играл уже в коллапс, так что выбираем минимальный уровень обучения в игре. И, в общем, начинаем. При этом заставки в этой игре изменились очень так-то сильно. Вот видно как раз вот картиночка. Ну, это, наверное, также было, в общем-то, и в оригинальном коллапсе. Коллапс Ярость название. И, в общем-то, загрузочная, в общем-то, полосочка, она изменилась, была другая, в общем-то. Часть первая начинается у нас, первая глава, и называется она «Разрушенный саркофаг». Пока что, в общем, смотрим ролик, который расскажет события, описанные, в общем, в первом коллапсе. Пока что смотрим, в общем-то, я пока что помолчу. Все же странно, что ты остался в живых, Рода. И поэтому в голове у меня вертится один вопрос. Не ты ли организовал этот взрыв? Ну, конечно! Как же иначе? Да бред все это! Я лично вытащил его полуживого из-под обломков! Возможно, возможно, дырявые. Но во всем этом следует еще разобраться. Еще наемники! На набережной стоит несколько катеров. Это единственный способ
чтобы отсюда выбраться. Разве мы знакомы? У нас еще будет время познакомиться. Вот, возьми КПК и постоянно будь на связи. Хорошо, последний лорд. Я надеюсь, ты действительно последний. Свалку — это всего-навсего тюрьма, и все авторитеты здесь пляшут под дудочку власти, а власть здесь — Зиновский. Вот теперь все как и должно. Что за история случайно? Ну, дружище, это же старая как мир легенда. 6 энергоключей, которые должны закрыть дыру. Оказывается, Железный Лорд имел к ним доступ. Потом взрыв все изменил. Я точно знаю, что один из ключей находится у Марка. Еще один каким-то образом попал к Зеленому. Слушай, как тебе эта барышня? Елена целый час мне мозги парила о твоей великой миссии. Сдается мне, она на тебя запала. Научиться у Смалки. Все понятно. Вы не собираетесь использовать ключи по назначению. Ну, заходи. Заходи, моя девочка. Посмотри, кто попался в нашей сети. Нет! Якир, мне нужна ваша помощь при запуске основного автобуса. Якир, вы в своем уме? Что вы делаете? Почему ты это делаешь? Ничего личного. Я и раньше подозревал, что он не собирается закрывать эту чертову дырку. Теперь дело за тобой. По-прежнему открыто. Разве Елена тебе ничего не сказала? Что? Так значит, ключ. Это я. Коллапс, ярость. Вот такое вот начало. Небольшое краткое содержание предыдущей части. События предыдущей части. Оригинальный коллапс. Четвертый такого же был, помню, еще и в этом. В Dead Space втором. Уже, в общем-то, было сделано.
это, конечно, отдельный ролик был, можно было его загрузить из отдельного меню. То здесь же, конечно, сделали вот так вот, в самом начале игры. Немножко, конечно, сделать так можно. Загрузить сериал таким образом. Так уже по-моему, Алан Вейк был и в этом. Привет, Горин. Как жизнь? Спокойно, Горин. Не нужно вопросов. Я жив и больше ничего не знаю. Помню лишь то, что вошел в эту чертову аномалию, а потом темнота, вспышка, и вдруг я оказываюсь здесь, в центре опостылевшей уже свалки. Но... Да, еще вспомнил. Но... Подожди, старик, не перебивай. Я помню странное неприятное ощущение, будто я вырос в размерах, а потом уменьшился. Будто оброс корой, которую потом отрывали с моего тела вместе с кожей. А уж потом была вспышка и мое появление здесь. Ну как же я рад тебя слышать, Родан! Родан! Да ведь ты жив! Жив! Понимаешь ты это или нет? Это ведь такое открытие для науки! Эх, старик, ты не изменился. Я тоже рад тебя слышать. Рассказывай, что здесь сейчас происходит и как мне тебя найти. Так. С чего бы начать? Эх, ну как же я рад, что ты жив. Ох, как я обжегся. Так, старик, не расслабляйся. Я закрыл аномалию. Сколько времени после этого прошло? Что происходит на свалке? Так, слушай внимательно. Сразу же после того, как аномалия взорвалась, на территорию свалки вошли регулярные войска с целью зачистить ее от оставшихся монстров и разрозненных группировок. Сейчас на свалке опасно. Опасно как никогда. С одной стороны, регулярные войска, которые уничтожают все живое, с другой все эти бандиты Марка Зеленого и более мелких авторитетов, которые пытаются выжить. А с третьей... монстры, нападающие на людей. Хотя хочу заметить, что монстров уже почти всех перестреляли. Но ты хоть в безопасности? Ты сказал, что обжегся. У тебя там пожар? Я в порядке, Родан. Мне удалось спрятаться в родных лабораториях. Здесь я знаю каждый уголок. Обжегся это так. Кофе разлил, услышав твой голос. В таком случае я отправляюсь к тебе. Погоди. Эй, Родан, ты на связи? Что еще? Говори. Почти все входы в лаборатории завалены. Осталось несколько тайных. Ты где сейчас? Недалеко от разрушенного саркофага. Ага, понял. Ты в центре Киева. Значит, ближайший к тебе вход в лаборатории находится в промзоне. Направляйся туда. Хорошо, Горин. Будь на связи. Так, ну отлично. Ох. Так, нужно почитать на паузе все это, что он сказал. Хотя, так думаю, нормально все здесь было слышно. Здесь более-менее в этом дополнении все-таки с громкостью более лучше, чем было в оригинальной коллапсе, как я считаю. В оригинальной коллапсе, конечно, иногда стрелял в звук, то у меня что-то плохо все равно было слышно, в общем-то, все эти разговоры. Что-то вроде, не знаю, по ордоновскому скайпу местному, коллапсовскому. Если так можно назвать это, в общем, систему диалогов, звонков этих в этой игре. Да, игра вообще изменилась, конечно, очень сильно так-то. При этом события описываются после вот окончания оригинального коллапса. После того, в общем, как вот, в общем-то, эта штука, которая видна там вдалеке, этот саркофаг взорвался. И Родан пожертвовал собой, чтобы спасти, в общем-то, человечество от монстров, этих и от дыры той, пожирающей наш, в общем-то, этот мир. Так, ну, конечно же, новое это в игре появилось то, что появилась теперь прокачка в игре. Небольшая такая, как вот тех же RPG, подобных Mass Effect, Stalker, не знаю, Dead Island, в общем-то, Dragon Age, там, подобных, Ведьмака и там подобные всякие вещи. Она, в общем, меню типа КБК находится, вот как раз сила, третий, в общем-то, раздел, прокачка, вот она. Конечно, такая вот необычная способа сделана, вот. Очки в улучшении мы будем получать за убитого с врагами. Так, потом с этим познакомимся. Ну, задание здесь также остались. Добраться до лаборатории и встретиться с профессором Горином. Ну, это, конечно же, он нам сказал, как попасть. Так что мы, думаю, доберемся туда, до него. Так, позвонить можно. А, хотел узнать, можно, что случилось с Киром.
так как помню, в общем-то, в финале коллапса оригинального, там я, в общем-то, Горин как раз в финале, в общем-то, с Секиром говорил насчет как раз этого, что произошло в финале. И, в общем-то, они там потом как раз вдвоем ушли. Что же произошло с Секиром, интересно. Узнать бы. От Горина. Не удалось связаться. О, плохо. Почему, интересно, не удается связаться с Горином-то? Что-то не хочет. Хм, странно. Почему, интересно? Ладно, потом попробуем. Так, выживший рейтинг, когда достижение выполнено. Ну, все это как раз внутриигровые достижения. Так, ну все это мы уже знаем, читали, так и помню, в оригинальном коллапсе. Советы здесь еще имеются. Немало. Не знаю, стоит ли всех читать. Ладно. Идем, в общем-то, пока что дальше. Со всеми, в общем-то, новинками этой игры познакомимся. При этом, в общем-то, наверное, будет уже видно, что графика в этой игре очень так сильно изменилась, как мне кажется. Даже лучше. Лучшую сторону. Как сама графика, в общем-то, мне даже качество текстур, не знаю, дизайн уровней, возможно. Но в этой игре, конечно, дизайн уровней будет другой. То есть новая локация встретится, новый персонаж, как я читал, в общем, в описании этой игры. Ладно, в общем, проходим эту игру, дальше идем, направляемся пока что. Ой, монстры появились, первые появились. Смотрите, конечно, монстры такие слабо-слабо очень. Как человек, я, в общем, где-то читал в описании этих монстров. В меню КПК. Когда, в общем-то, пробовал, запускал, в общем-то, игру. Да, блин. Да, они здоровья вообще не отнимают. Я заметил. Вообще не опасно нисколько. Так, и получили новый уровень, отлично. Первый уровень получили, прокачаем нашего героя. КПК, так, что у нас там? Комбо. Я смерти, так, у меня как раз мечи, удары мечами. Комбо энергии. Обычный комбо. Вакуум. Урон отсутствует вообще какой-то, либо шок у противников тоже отсутствует. Стоимость вызова 4. 16. 4 разом. Так, ну, все эти как раз ключи прокачать можно, и наши комбо все эти. Хотя обычный комбо лучше прокачать сейчас. Прокачаю как бы обычный комбо, который мы всегда используем. В самом начале игры использовали, постоянно просто размахиваем мечом, чтобы урон хоть какой-то наносился. Опыт и раз минимально пока что, урон слабый, ну ладно, пусть так будет. То, что надо. Красного монстра, которого не было в оригинальном коллапсе. Только я никак не понял, что они такое сейчас я представляю, какие-то... Ну, что-то не знаю, может, какие-то больше этих крабики, которые были в оригинальном коллапсе, может, они при этом еще больше стали, возможно, не знаю, какие-то... Ну, точно, другой вид, который, по-моему, в оригинальном коллапсе не было его. Ладно, идем дальше. Так, черешка, конечно, меня подлагивает иногда. Медикам записываю. О, так. Началось землетрясение. О. Хотя нет, урон наносит какой-то, да. Нехило урон наносит, скотина. Живучие, конечно, эти твари все-таки живучие. Ух ты. Хотя здоровье у меня, кажется, устанавливается спокойно. Постепенно. Либо, не знаю, какие-то птички собираю, в общем, которые падают с этих тварей. Так, ладно. Не знаю, что-то пока с этим Догорином связаться нельзя. Я бы спросил, конечно, немало информации. Все-таки интересно узнать, что же там с Секиром произошло. О, у меня живой чищ какой-то показался. Отлично, готов эта тварь. Эта тварь, в общем, завален таким образом. Так, аптечка. Туда пока не попасть. Отойдем дальше. Да, в общем, какие-то эффекты добавили. Вот эти как раз вот мелкие какие-то частички летают. Видимо, как раз этих образовавшихся дыры, в общем-то, мелкие частицы. Наверное, так сказать. Очень, в общем, уничтоженные дыры. Так, новое описание нового противника. Посмотрим сейчас. Так, конечно, закоброски пока недоступны. При этом еще добавлено в этой игре расчлененка. Вот как раз видно. Много мы расчленили ему этому монстру. Однако отдельно валяется. В общем-то, тело с другой ногой отдельно. Ну и с руками, в общем, с головой тоже. Такого, в общем, в оригинальной игре коллапса не было.
многие, в общем-то, видимо, фанаты, или точнее, просто люди, которым понравилась эта игра, геймеры, видимо, хотели этого, в общем-то, чтобы игра в игре появилась, хотя бы какая-нибудь расчлененка появилась в игре, наподобие той же, не знаю, Fear хотя бы. В общем-то, разработчики это удовлетворили. Так, максимум здоровья. Отлично, ладно, идем дальше. Так, индикатор параметров, ну да, ну, в общем, интерфейс поменялся в этой игре. Здесь вверху значки, в общем-то, этих изменились энергоключей, они были вот так расположены. В общем-то, слева направо, теперь сверху вниз. В общем-то, ну, а виды оружия тоже. Пленки, в общем-то, поменялись. Индикаторы. Ну и здоровье, конечно же, да. Вот как раз внизу показано. Шкала здоровья, в общем-то. 3 слота для комплексных генераторов. Ну, это как обычно. 3 аптечек, в общем-то, которые можем с собой носить в протяжении всей игры. Как было в оригинальном коллапсе. Шкала здоровья, в общем-то, вот она. Синенькая. Шкала опыта. Фиолетовая. Ну, это, в общем-то, у нас в прошлый раз была шкала эта, которая, в общем-то, помечала, что мы находили какие-то элементы ДНК для того, чтобы увеличить количество, в общем-то, свою шкалу жизни. Ну, это раз теперь это шкала опыта, для того, чтобы прокачку, в общем-то, делать. Так, и шкала ярости, которую тоже мы набираем после того, как убиваем своих врагов, всех монстров, не знаю, или тех же, в общем-то, наемников, там, подобных всякой фигню. Когда вот шкала полностью заполнится, там, в общем-то, такое, что произойдет, в общем-то, мы потом с этим познакомимся. Так, индикатор убийства, ну вот этот, как раз вот. Да, цвет индикатора зависит от комбо, которым Родан убил своего противника. Ну что ж, потом, думаю, с ним познакомимся больше. Так, ладно, пока что идем дальше. В эту скоростную вот сторону стрелочки снова показывают нам направление. Так, отлично, игра сохранена. Пробуйте с бандикам перезапустить, может, получится нормально, более-менее лучше будет работать. Ух ты. Ой. Хотя небольшие лаги происходят, ну ладно, может это не так сильно заметно будет во время записи. Да. Да, конечно, не хил мне атакует в случае. А, отлично, новый уровень получили и... Так, новый ранг, ученик знахаря. Ха. Вот такой, в общем, получили, да, появился значок вот. Так, что у нас там? Новый уровень прокачаем, может что-нибудь. Комбо удара, может, конечно, наркий комбо пока обычно можно прокачать. Или хотя бы какой-нибудь другой комбо, который мы будем использовать. Хотя уж прокачаю комбо ярости, наверное. А, хотя нет, не это. Вот комбо исцеления, вот что нам лучше. Исцелять себе можно, в общем-то, будет. Лечение слабое, но, конечно, вот, пригодится бы, конечно. Вакуум потом прокачаем. Да, комбо исцеления прокачаю, в общем-то. Я буду использовать его в дальнейшем. Отлично. Так, у нас теперь пока что доступный разлом, восстановился вакуум, можно пользоваться ключи, хотя, может, не знаю, можно их использовать. Наверное, у них урона вообще никакого, так что пока что бессмысленно использовать, но прокачать эти тоже, в общем-то, ключи будет. Вакуум хотя бы тут же или разлом. О, эти твари, в общем, да, снова. Так, и первое достижение, когда стать зубоголового. Отлично. Посмотрю-ка. Хотя меня не посмотрю, наверное, достижения-то. Так, позвони-то можно идти на этом? Или горе вообще никак не связаться? Что-то да. Видимо, нельзя с горем связаться почему-то пока что. Ладно, идем дальше. Еще какие-то вот эффекты всякие он есть в этой игре. Случай. Во, так. Наша шкала ярости заполнилась полностью по максимуму. Теперь, так, у нас, в общем-то, в этой игре появился, в общем-то, как раз режим ярости. Эта шкала ярости заполняется, Родан автоматически входит в режим ярости, да, в этом режиме все комбо приносят одинаково малое количество очков, энергии и опыта, но сила от ударов невероятна. Ярость длится определенное время, после которого Родан возвращается в нормальный режим. В режиме ярости нельзя стрелять и использовать энергоудара, вот так вот. В общем, как раз поэтому игру и назвали коллапс ярости,
очень связано как раз с этим режимом ярости, который просто невероятное количество урона наносит, если, конечно, наносить удары в этом режиме ярости, в общем-то, по врагам. Вот как раз видно режим ярости. Шкала уменьшается, пока что мы наносим по одному удару, в общем-то, и убиваем сразу же врагов всех. Просто быстро. Ну все, режим ярости закончился, так, новые вопросы появились. Режим звонить. Надеюсь, позвоним потом. Так, это вот эти, как это называть их, монстры, крокодил подобные люди. Монстры, в общем-то. Тоже изменились, конечно, это сильно кардинально. Так, отлично. Достижение выполнено. Молчание золота, без выклова до того, как он успеет рикнуть. Да, мы это сделали. Получить такое первое достижение. Внутриигровое. Что-то в стиле Фиар 2 против Корчин или в стиле Сталкер Зо Приписи. Так, отлично. Назвали этого зубоголового. Ой, как, в общем, как называют этих монстров. Зубоголовые. Хотя называю, в общем-то, и крокодилы. Но зубоголовый и крокодил, в общем, да, одинаковое название, мне кажется. Крокодил как раз тоже, в общем-то, зубы. Не видится. Нехило. Так, ладно, справились вместе с зубоголовыми, получили первое достижение внутриигровое. Так, идем дальше. Так, что-то мне кажется, не получается никак с этим горем связаться. Так, еще на очко опыта. Прокачиваю все-таки в этот раз пока что. Вакуум, что ли? Да. Так, минимальный шок от противников надо будет сделать, мне кажется, прокачивать. О, как раз мне два этих... О, Марик, да. В этот раз все-таки, посмотрите, кроме того прокачки, кроме расчленения, кроме, в общем-то, режима ар-ярости, новенького появилось, в общем-то, кроме расчлененки, новых графики, в общем-то, более улучшенные, и эффектов новых добавленных, кроме, в общем-то, режима... Кроме прокачки персонажа, также появился в этой игре, изменился интерфейс в игре, и при этом, в общем-то, теперь мы можем использовать, в общем-то, наши эти ключи, посмотрите, несколько раз, по-моему, да? Наверное, так и есть. Видимо, и нет. Хотя, может, ошибаюсь. Потому что эти как раз вот цифры, два, в общем-то, или один, наверное, означает как раз вот разы использования этого, в общем-то, как раз вот ключа и наркудара. Сколько раз можем использовать этот наркудар? Один раз, в общем, наверное, разлом. В общем, точнее, два раза разлом, один раз скажение времени и вакуум. Хотя, не знаю, может, ошибаюсь. Возможно, хотя так и есть. Так, вот аптечки появились, хотя не знаю, нужны мини. Ну да, у вас максимум здоровья. У меня же все-таки она восстанавливается постепенно. Отлично, игра сохранена. Новый вопрос, да, блин. Я что-то не могу позвонить этому Горину, что-то. Противники. А, вот как раз ДЗР. Так, ДЗР, родите, это молодые жуки. С незащищенным барюхом. Атакует в ближнем бою, упав долго, перебирает лапами, чтобы снова встать. Несмотря на грязный вид, бою не представляет почти никакой опасности. Ну да, не опасны такие противники. Как раз они, в общем, встречались, в общем-то, как раз они, по-моему, не были. Их не было в оригинальном коллапсе. Так, зубоголовы, которые уже были в оригинальном коллапсе. Так, говорят, что зубоголовы когда-то были людьми. Ну, это понятно. Голова у них увернута на 180 градусов, а вместо затылка образовался по мощной челюсти. Эти существа медлительные, предпочитают прятаться в темных углах и небольших помещениях. Более взрослые особи умеют издавать ужасный звук, крик, сбивающий с ног любого, кто попадает в зону его действия. Зубоголовы иногда собираются в небольшие группы и уходят из своих укрытий на поиски пропитания, нападая без разбора на монстров и людей. Ну это да. У них, в общем-то, играет большую роль голод, а не какой-то разум. У них вообще разума, наверное, нету. Так, оружие появилось, что ли, да? Или нет? А, да, оружие появилось, в общем-то, шершень, наконец-то. Так, чем лучше убивать врагов? Ну, либо, да, либо ударами, либо огнестрельным оружием, либо, в общем-то, этим, оружием, как называется там, мечом. Ага. Ни опыта, ни энергии, ни ярости. Да, если мечом, в общем-то, убивать врагов, то ей приносит ярость, очки энергии, в общем-то, и опыта. А если вообще другим видом оружия, то это ничего не приносит таким образом. Но облегчает задачу по уничтожению врагов. Опыт получать только что можно убивать противников ключами, в общем-то, этими вакуумом, разломом, фантомом, таким вот образом.
Энергоудары приносят большое, небольшое количество опыта, всего лишь небольшое по сравнению с мечом. Так. Хотя немножко еще можно записать. Да, сохранение все доберемся до, точки сохранения. И на этом закончим. Так, нам как раз сюда интересно, нужно попасть или нет. Здесь может какое-то секретное место. Секретная зона. Но аптечки здесь нету. Так, что-то здесь вообще не могу пройти. Это какое-то тайное место, мне не могу пройти почему-то. Хотя там ничего-то нету в этом месте. Ладно, идем дальше. Да, разломщики какие-то появились. Которые, не знаю, попадать, конечно. Я на самоубийство будет. Поэтому я, в общем-то, играю в эту игру на самых максимальных уровнях настройки графики. По самому максимуму все поставил, как мог. Тогда все отлично идет, просто FPS показывает 30 FPS, хотя они немножко будут проседать, но это не так сильно заметно. Что произошло вообще? Еще болилось, интересно. О, так. Давайте разберемся с вами. Так, броски у меня, конечно, есть. Броски-то мне что-то. В этой игре нету бросков. Нельзя их очень бросать врагов. Отлично. Порвали просто кочины на часть этих. Так, окует замок у нас здесь. Нам как раз, наверное, сюда, мне кажется, идти нужно будет. В это место. Хотя и вот еще дыра есть. Думаю, все будем осматривать. Так, он что, горен там, не знаю, как связаться с ним нельзя, что ли? Интересно, информация появляется, в общем-то, что противника наконец-то показывают. В общем-то, информацию о них. Что все они там представляют. Хотя можно на паузе, думаю, почитать все это. Так, сколько вопросов появилось, блин, я не могу. Что он там не связывается никак не с ним? Не получается никакого-то. И надо было сразу что-то сделать. Не надо было связаться. Или кого-то нас можно спрашивать, интересно, все-таки эти вопросы. Горин, блин, куда ты делся? Блин, ну... Что за фигня? Да, отлично, сломали решетку. О, монстр, кажется, выйдем по лесу. Ну да, давайте иди сюда. Так, своего уже убил, что ли? Да, здоровье, мне кажется, останавливает этот красота прием. Это очень полезно будет здоровье восстанавливать таким вот образом, сражаясь с врагами при помощи этой красоты комбо. Так, отлично. Да, и синенькие, в общем, как раз это индикаторы помечаются, что мы, в общем, убили красоты врага при помощи этого комбо исцеления. Конечно, полезные штуки. Здесь, конечно, не получше все это сделали. Молодцы разработчики. В общем, некоторые ошибки не справили все-таки в этой игре. Надеюсь, что сюжет будет очень интересный и много чего раскроет. Ну да, все эти. В общем, без этих... Но... Этих лучше, конечно, убить при помощи пистолета, потому что, ну, по-другому не получится. А, блин, сволочи. Убивать нельзя. Тихо, тихо. А ну-ка, успокойся. Готовы, что ли, оба эти? Так, наберемся к этими куклами, на всякий случай, чтобы они не мешались. А то они могут, блин, нагадить. Уж нехило. Они это могут сделать. Так, ничего не подрывается, жалко. Хотя врагов можно бить таким образом, вот. Стрельнуть в бочку, но... Думаю, это, конечно, не помогло бы. Так сильно. Так, а что, наносит какой-нибудь урон? Хотя, может, здесь разрушаемость такая же, в общем, как и была в оригинальной Call of Duty.
очень такая вот скриптовая. С теми ладами мы разобрались, так. Ну, в дверь не попасть, конечно же. Так, может, сохранение будет. Закончить как раз эту серию. Оба. Эти жучки вы мелкие. Никуда не делись. Так, что там у меня на описание врагов, интересно. Было там. Пауки, а, вот эти мелкие. Пауки, которые появились в результате действия. Хотя вообще на паузе лучше что-то почитать информацию. Дам время. Как раз они были в оригинальном коллапсе. Те монстры. О, патроны на дровяку. Обрез, в общем-то, да? Кого-то бедолагу, в общем-то, его просто расхерачили пополам. Потом нижнюю часть сожрали, а верхнюю оставили. Назидание другим. Что, в общем-то, берегитесь таких вот монстров. Так, обрез, да, появился, в общем-то. У нас теперь, да, вертикально оружие, в общем, показывается на экране интерфейсе, в общем-то. Они горизонтальные, как это вот это было. Сохранение, кстати, будет или нет? А, отлично, игра сохранена. Так, ну ладно, в общем, пока, думаю, на этом месте мы закончим первую серию, в общем, такую пилотную серию моего прохождения игры «Коллапс Ярость». Увидимся, в общем-то, второй серии. Это пока что все. С вами был Михаил. Всем удачи. До скорой встречи. Всем пока.